продолжаю съемку своего рабочего дня. Сейчас мы едем еще в одно интересное место. Это социальная организация Хуан Диего. Мы находимся уже в мексиканском районе, но он радикально отличается от севера. Хотя с точки зрения обычного среднестатистического американца, это тоже как бы считается нищебродский такой район, вот, не камильфо, но здесь живут латиноамериканцы. Абсолютно другое эмоциональное состояние, когда попадаешь сюда. Если ты, когда едешь на север, видишь кучу заброшенных домов, кучу заколоченных лавочек, каких-то домов, достаточно хороших, качественных домов, то есть из кирпича, которые построены, видно, в 20-е годы, там, может быть, там, в 15-м году, в 30-е. То есть такие качественные дома, которые говорят, что раньше вот эта часть Омахи, север, достаточно была, скажем так, там шла какая-то активность, а сейчас все это заброшено, то здесь все диаметрально противоположно. Здесь нет заброшенных ни магазинчиков, ни заколоченных домов, потому что вот эти ребята, кто приезжают из Мексики, скажем так, Южной Америки, стран Латинской Америки, у них очень хорошая мотивация что-то в этой жизни добиться. Вот один приехал, вот, потом подтащил своих детей, папу, маму, всю семью, родню, всех сюда подтащил, подтянул, и идет уже какой-то бизнес семейный. Скопили денег, выкупили магазинчик, вот смотрите, вот один магазинчик здесь на углу стоит, еще что-то, то есть кипит активность, ребята что-то хотят добиться в этой жизни, и нет вот таких праздно шатающихся персонажей по улице, предыдущих неизвестно куда, неизвестно зачем, то есть здесь все нормально. Огромное количество таких вот уличных магазинов, где торгуют подержанными машинами, то есть каждый пятачок такой свободный, он занят. А вот он, этот самый центр, он сейчас будет с левой стороны, сейчас к нему будут поворачивать. Здесь выдают бесплатно еду, опять же, для всех желающих. Но мексиканы, они любители халявы, то есть, несмотря на то, что, может быть, большая часть из них работает, вот, сжать лишний бонус они не считают зазорным. Вот этот самый центр. Сейчас нам не повезло, никого из народа нет, но обычно отсюда выходит куча людей с продуктовыми пакетами. Что нужно, чтобы получить вот этот продуктовый пакет? Прийти сюда раз в месяц, оставить себе данные в определенной форме, записаться и взять пакет, уйти. И плюс еще каждый день там можно приходить за хлебом, то есть чтобы большинство мексиканцев выходит с огромными там сумками, набитыми булками там и всем прочим. Все свежее, все непросроченное, все нормально. То есть просто вот такая форма социальной помощи. К сожалению, сегодня не повезло, но надеюсь, в следующий раз я, когда приеду, постараюсь заснять типичных представителей вот, нуждающегося населения, чтобы вы просто смотрели, как выглядят нуждающиеся в Америке.